Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня бокс, ну, такое вот название, биткоин какой-то там, да. Значит, где нам дают возможность зарабатывать абсолютно без вложений, криптомонеты. Регистрация здесь наипростейшая, кликаем регистрация. Имейл, два раза пароль, разгадываете капчу, нажимаете зарегистрироваться. На почту нет никакого письма, подтверждать не надо. Ничего, просто попадаем в кабинет. И я уже проверила этот букс на вывод, так как минималки на вывод нету. Я просмотрела одну рекламку и вывела. Идем на Faucet Pay. Вот биткоин. Вот этот, как бы, да, букс. В лайткоинах я выводила 150 вот этих сатош лайткоин 1 марта. Значит, давайте пройдемся теперь по буксам. Ну, баланс, естественно, у меня по нулям. Значит, депозит нам не надо, вывод чуть позже. Серф, АДС. Просмотрим одну рекламку. Все обычно, как в буксах. Ничего сложного здесь нет. 8 рекламок. Вот на 1 200 000 вот этих коинов. Значит, что у нас? По 7 секунд, как бы, да? Вот. Вся реклама. Давайте одну просмотрим. Кликаем. Идет таймер. И вот такая вот здесь капча. Да, сердце. Если не ошибаюсь. Если непонятно, можно просто перевести на русский язык. Вкладочку закрываем. И сейчас должно перебросить в кабинет. Угу. Все, 150 коинов мне засчиталось. Идем на вкладочку вывод. Значит, здесь написано прописать адрес. Я прописала email адрес, привязанный к Faucet Pay. 150 тысяч вот этих местные вот эти монеты. Значит, биткоин на Faucet Pay, лайткоин, трон, Dogecoin. Остальное здесь нет. Значит, я выводила в лайткоинов. Значит, 150 тысяч вот этих монет, это здесь сразу как бы конвертируется в криптомонеты. Это 150 лайткоин сатош вот этих. Здесь видим биткоин по нулям и какое-то вот количество вот этих тронов. Ну и Dogecoin'ов, естественно. Я кликаю, если я вывожу на лайткоин, на, и опускаюсь ниже. Кликаю вывод. Все, 150 вот этих сатош улетело на Faucet Pay. Идем на Faucet Pay. Так, я обновляю страничку. Сейчас страничка обновится. Мы посмотрим. И, пожалуйста, еще раз вот это название вот этого букса. 150 лайткоин сатош 1 марта. Согласитесь, неплохо, да? Так, далее, с доход у нас что еще здесь? Так, серф, виндов, вот этого еще пока нету рекламки. Есть ничего. По нулям, да? Афер нет. Кран. Значит, здесь таймер, так, 500 тысяч тут дают. Значит, что у нас здесь написано? Сейчас посмотрим. Выберите чашка. Ставлю на оригинал. Убираю чашка. И разгадываем антибот. Так, 7, 9, 3. Кликаем.
Видим, никаких реклам подводных нет, ничего. В принципе, и неплохо. Так, сейчас кран должен обновиться. Все, 500 тысяч засчиталось. И идем обратно на вывод. Значит, это уже 500 лайткоин сатош. Видим, да? Как бы вот здесь вот. Сумма стоит уже по умолчанию. И кликаю вывод. Как видим, и неплохо. А что мне здесь написали? Так. Видим, да, что-то уже не того. Русский. Пожалуйста. А! Не, пожалуйста, метод вывода средств. Ну, лайткоин. Я выбрала вывод. Ага, недостаточно средств для этой транзакции. Давайте тогда попробуем Faucet Patron. Видим, да, я вот кликнула. Что нам напишут? Тоже недостаточно средств для этой транзакции. Так, что у нас? Попробуем в Dogecoin'ах. Потом администрация пополняет как бы... Все год видим, да? Вот такое количество сатоши в Dogecoin'ах как бы, да, улетело. Идем опять на Faucet Pay, обновляем страничку. Администрация пополняет потом вот эти все как бы балансы вот эти, да? И возобновляется вывод, так как я... Ну, есть у меня такие боксы, я на них работаю. Значит, смотрите, вот опять... Название вот этого букса. Вот такое вот количество Dogecoin'ов. 1 марта. Все шикарно. Платит, да? Согласитесь, неплохо. Далее что еще? Ну и все в основном. Так, короткие ссылки я не смотрю. Есть автофаусет. Он, скорее всего, недоступен из-за коротких ссылок, так как я их не смотрю. Ну и все. Surf ADS я работаю, ну и на кране. Так, а на кране я даже не посмотрела, сколько там таймер. Угу, наверное, минуты две, да? Вот. Так что, кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. И сразу на домашней страничке. Вот здесь опускаемся чуть ниже. Находится реферальная ссылочка. Всем удачи, всем пока.